текущем году минимальный размер пособия по безработице составляет 1611 рублей, максимальный – 13 738 рублей в первые три месяца, 5370 рублей в следующие три месяца. Единое пособие на детей составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума, если у семьи низкие доходы, соблюдаются другие условия нуждаемости. Пенсионерам за иждивенцев выплачивают треть от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за троих. В 2024 году от 2711 рублей 63 копеек до 8134 рублей 88 копеек. Ежемесячные денежные выплаты инвалидам первой группы 5324 рубля 84 копейки. Второй группы и детям-инвалидам 3802 рубля 78 копеек. Инвалидам третьей группы 3044 рубля 15 копеек. При уходе за ребенком-инвалидом один из родителей или опекунов получает 10 тысяч рублей ежемесячно. Выплата на погребение в этом году составляет 8370 рублей 20 копеек родственнику или другому лицу, оплатившему похороны. Оформляется через работодателя умершего, за неработающих и пенсионеров можно оформить на госуслугах. При несчастных случаях на производстве в зависимости от степени утраты трудоспособности выплачивают до 141 480 рублей единовременно, до 108 784 рублей ежемесячно. Назначает выплаты СФР. Беременная жена призывника может претендовать на 38 963 рубля 47 копеек единовременной выплаты. Также ежемесячно выплачивают 16 698 рублей 63 копейки на ребенка до 3 лет.